Поврежденная часть Национальной филармонии будет демонтирована в ближайшее время. Проект представят на следующей неделе комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как начнутся работы. Информацию Публика ТВ подтвердил госсекретарь Министерства образования, культуры и исследований Андрей Кистол. Он добавил, что часть вывезенного металла будет продана, а вырученные деньги пойдут в фонд пожертвований на восстановление филармонии. В настоящее время проект по демонтажу предусматривает снос части стены Национальной филармонии, расположенной с левой стороны задней части фасада. Это позволит начать демонтаж крыши, металлоконструкций, других разрушенных элементов здания с помощью техники. 24 сентября в Национальной филармонии произошел пожар. Огонь уничтожил оба концертных зала, библиотеку и крышу. Общая площадь возгорания составила более 3500 квадратных метров. Власти открыли банковские счета для пожертвований и призывают деловых людей и всех желающих внести финансовый вклад в восстановление здания.